Лиза, что ты делаешь? Вольер для кроликов. Посадим. Ты будешь кроликов сюда сажать? Да, посадим одного. Или двоих. Кормить травкой будешь, да, им хорошо будет. Вот. Айсин вольер взяла деловая. Собаку мы уже в него не садим. Она у нас приученная к всему. Тебе и кот помогает? Да. Наоборот, ломает. Так. Все хорошо, кушай наши клеверы. Смотри же. Смотри, яблочки. Вот. Что, ты принесла кроликов? Еще понесешь? Не знаю. Хватит одного. О, Ася прибежала. Кролик кушает клевера. А котик пытается его съесть. Война зверей. Не поделили. Кролика не поделили, да? Ах, как Аське интересно, да, Асе? Ест? Он заинтересовался своей травой, да? Айси, ты крысолов. Айси, иди сюда, не мешай Лизе кормить кролика. Эй, на. Оп. Держись. Ему своя травка нужна. Ну, ест? Да. А кого ты еще хотела принести? Синеглазку. Синеглазку. А кого принесла? А у него нету. А ты синеглазку хотела, а чего не понесла? Я не знаю, что. Понесешь? Принесу. Ну, пойдем за синеглазкой. Да. Егор, последи за вот этим кроликом. Ушастиком, да? Ушастиком, да. Ну, пойдем, давай. Пускай ест. Ну, где она? Тут, не тут. Вон там синеглазка сидит. Доставай. Сзади. Подругу принесли. А, еще одного, да? Угу. Все, хватит. Смотри, тут яблоко точит. Уже съел. Уже съел? Пока мы ходили, да? Яблоко есть. Какое вкусное яблоко. Так. Налетают. Я хватит. Ой. Какие звуки. Облепили. Облепили меня. Значит, вот, держи тебе вот это яблочко. Синеглазка. Кто какое будет? Держи. Даже с ручек будешь кормить, да? Да. А ты там что-то синеглазка сидишь? Яблочко ест. Тоже? Конечно. Ну все, теперь ты наказана. Тебя, конечно, за уши не возьмешь. И яблоки ты есть не будешь. На все, наказала Айси, да? Наказала. Все. Я коты будут лапой. Айси наказали. Ладно, выпускай. Пускай, еще наказанный срок не прошел. Выпускай, скажи, собачку, да? Выпустите собачку. Выпускай скорее собачку.